Панорамные маски серии «Уникс» используются в качестве лицевой части фильтрующих противогазов «Уникс», предназначенных для защиты органов дыхания, лица и глаз от газа и парообразных вредных веществ и аэрозолей. Маска «Уникс 5000». Детали, соприкасающиеся с лицом и головой, обтюратор двойной на маске, обтюратор на подмасочнике, оголовье, выполнены из резины. От маски можно отсоединить оголовье. Лепестки вдоха на маске и подмасочнике, уплотнительные кольца. Маска Unix 5100 по конструкции аналогична маске Unix 5000. Детали, соприкасающиеся с лицом и головой, обтюратор двойной на маске, обтюратор на подмасочнике, оголовье выполнено из силикона. От маски можно отсоединить оголовье. Лепестки вдоха на маске и подмасочнике. Уплотнительные кольца. Маска Unix 6100. Детали, соприкасающиеся с лицом и головой, обтюратор на маске, обтюратор на подмасочнике, оголовье выполнено из силикона. От маски можно отсоединить оголовье. Лепестки вдоха на маске и подмасочнике. Уплотнительные кольца и защитный экран. Чтобы снять защитный экран, необходимо нажать на нижнюю часть защитного экрана, движением руки вверх поднять его, освободив клапан выдоха. Чтобы обеспечить надежную работу противогаза в рабочей зоне, важную роль играет правильный гигиенический уход за лицевой частью после эксплуатации. После эксплуатации масок Unix 5000, Unix 5100 в комплекте с фильтрами проведите гигиеническую чистку маски. Если маска не загрязнена, отсоедините фильтры, протрите ее снаружи и внутри чистой тканью, слегка смоченной водой, затем протрите мягкой сухой чистой тканью стекло-корпус с обеих сторон. Если маска загрязнена, отсоедините фильтры, промойте ее снаружи и внутри сначала теплой водой с мылом, а затем ополосните чистой водой и просушите при комнатной температуре, при этом не допуская действия прямых солнечных лучей. Протрите мягкой сухой чистой тканью стекло-корпус с обеих сторон. После эксплуатации маски Unix 6100 в комплекте с фильтрами проведите гигиеническую чистку маски. Если маска не загрязнена, отсоедините фильтры, протрите ее снаружи и внутри чистой тканью, слегка смоченной водой. Протрите мягкой сухой чистой тканью стекло-корпус с обеих сторон. Если маска загрязнена, отсоедините фильтры, снимите защитный экран, промойте все детали маски сначала теплой водой с мылом, а затем ополосните чистой водой и просушите при комнатной температуре, при этом не допуская действия прямых солнечных лучей. Протрите мягкой сухой чистой тканью стекло-корпус с обеих сторон.
Соберите маску, при этом защитный экран должен защелкнуться при установке на внутренний каркас и занять ровное, без перекосов, положение. После гигиенической чистки маски подготовьте противогаз к дальнейшему использованию. Присоедините фильтры к чистой маске. С целью сохранения защитных свойств изделия уложите собранный противогаз в сумку, предназначенную для хранения и ношения так, чтобы фильтры находились на дне сумки, а стекло корпус маски прилегало к задней стенке сумки. При хранении и ношении противогаза в сумке не допускайте смятия маски, приводящей к необратимой деформации и нарушению первоначальной формы. Не допускайте трения панорамного стекла о жесткие поверхности. Маски используются до износа, визуально оценивается целостность всех деталей. Срок службы маски серии Unix зависит от условий эксплуатации, но в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения панорамных масок серии Unix в упаковке организации изготовителя с датой изготовления. Unix 5000 – 10 лет. Unix 5100 – 10 лет. Unix 6100 – 5,5 лет.